Привет, дорогие друзья, на барахолке нахожусь, решил показать просто нереально уникальную вещь, вы только зацените. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины. И вот такой офигенный жетон или монета, сейчас вам покажу. Смотрите, эта штучка в футлярчике, а ну выдвигай ее. Смотрите, как она выезжает. Он, правда, конечно, это неправильно сделал, пальцем упер в монетку. Она из-за этого, наверное, и залапанная. Зацените, что написано. Паспорт на сувенирную монету. Сделан на заказ НКРЕ на Луганском патронном заводе. Металл Нильзибер, диаметр 31, 2 мм. Короче, тираж 2000 штук. Прикиньте, адрес, куда заказ типа пришел. И вот так это выглядит с обратной стороны. Сувенир написано. Гривна. Офигеть, а? 2000 штук. Как вам такая штукенция? Хотя номер 2008. Прикольно, да? 2000 штук, а номер 2008. Очень интересно. Значит, наверное, не 2000 штук. Просто капец. Одессу побомбили сегодня так жестко. Клубы дыма везде стоят. Ой, ну позже расскажу все.